Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот небольшая гора посылок. Давайте распакуем их и посмотрим. Знаю точно, что в посылке JD вроде бы все распаковал. Нет, не все. Вот это вы пропустил. Итак, давайте начнем по порядку. Немного пришло. Давайте с самого маленького начнем. С вот такие вот сверла пришли. Они для Дремеля. И мне, как бы, когда была акция, мне друг знакомый написал, что второму нашему знакомому они бы понравились. Ну и я решил купить, презентую ему. Я думаю, ему понравится, потому что он там занимается этим, и периодически мы ему сверла покупаем. Вот, он просит меня заказать. Я думаю, те, кто подписан давно, уже видели распаковки, сверла у нас уже были. Вот, и я решил ему заказать, подарить, они недорого стоят, ссылка будет в описании. Давайте посмотрим вот так детальнее на них. Вот такое вот. Вот такое. Вот здесь как будто оно... А, оно... На гранях еще резцы зубчики, но вот мне кажется, здесь вот пара зубчиков слизанных. В общем, я думаю, что вот это вот она то ли бракованная, то ли она в чем-то испачкана, непонятно. Ну, это он уже разберется. Вот такое еще есть. Вот такой. Вот такой. Почему-то он, видите, какой-то. Не знаю, нужно так или нет, но как-то он криво, это все неравномерно сделано. Наверное, специально, то есть, чтобы можно было просверлить. Ну и последний вот такой вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть сверл. Для друга приехали. Отлично. Далее давайте сразу разберемся с ручками. Ручки я заказывал для жены. Она потеряла одну ручку, то есть уже была заказана, покупал я на GearBest, не помню тоже за какие-то копейки, и жене понравилось, как она пишет, она ей очень понравилась, она использовала ее на работе, и потом она ее где-то положила, сунула, не знаю, и говорит, я ее потеряла, вот немножко криво вот эта штука передавилась, ага, выровняли, вот я ее потеряла, пожалуйста, закажи мне, где ты их покупал, купи мне еще. Вот этой вот штукой можно управлять телефоном, то есть как стилусом использовать, и все, и ручка. Давайте посмотрим, у нее, по-моему, была черная паста, вот черная паста и здесь. Пишет мягенько очень и, ну, хорошо, без пропусков, то есть отлично. И давайте вторую сразу проверим. Ну, она попросила заказать. Я заказал две, но была первая, по-моему, была темного цвета, черная, а эти, видите, белые, но тоже с черной пастой. Все отлично, пишет. Очень мне понравились они, то есть и ей понравились, то есть, ну, как бы, мне все равно, у меня одна ручка Xiaomi, я купил уже, наверное, почти... Ну, не год, полгода точно назад, и я ей пользуюсь, мне она нравится, поэтому... Вот, дальше давайте чехольчик посмотрим. Чехольчик для Redmi 5, покупался он для племянницы, телефон уже пришел, уже была распаковка его, вот, ну, немножко позже пришел чехольчик. Заказывался одновременно, ну, получается, телефон сам пришел, наверное, дней за 18, а чехольчик, наверное, дней 20-24 пришел. Ну, обычный такой красивый чехольчик, девчачий, давайте посмотрим на него, девочковский, вот, ну, прикольный, будет выглядеть хорошо на смартфоне. Ее смартфон у нее синий, по-моему, мы заказывали. Вот хороший чехольчик, на Алиэкспрессе покупал, тоже какие-то копейки, поэтому дальше вот такие вот штуки продавались, они были акции периодически, доллар, по-моему, доллар за одну штуку, или была акция 5 с копейками за 10 штук. Ну, естественно, я решил взять, потому что недавно решил навести порядок у себя в шкафу. Открыл шкаф, и реально в вечернее время у меня, получается, двери и шкаф открываются, и как раз с этой стороны свет, и уже в шкафу ничего не видно. И я решил, ну, почему бы не попробовать этот прикол. Вот так он выглядит, идет в комплекте. Получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 штук. Вот, идет в комплекте вот такой вот болтик, я так понимаю, им прикручивать, да, то есть мы снимаем, наверное, вот эту штуку. Батарейка здесь, ну, не свойственная, я не знаю, какая здесь должна быть батарейка. Это получается не пальчиковая, а меньше пальчиковой. Итак, вот такая вот батареечка, стоит она 25 гривен у нас на рынке, то есть это 1 доллар практически. Вот, если на Алиэкспресс их покупать, за 10 штук просят 4 доллара 70 центов, это же бесплатная доставка в Украину. Горит ярко, то есть... И, возможно, даже будет освещать. Принцип такой, то есть мы одним болтиком, то есть для одного есть дырочка, да, которая регулирует направляющую, ну, которая регулирует, как, чтобы щеление было, дверь, да, то есть регулятор. Вот, он просто для дырочки. А второй прижимкой я ее сильно не затягивал для того, чтобы можно было вот подрегулировать, как подцепить. И вот, наверное, вот так мы подцепим. И теперь давайте, пока прицепил, наверное, затяну все-таки. Все-таки затянулось. Вот, ставим батарейку. Вставил батарейку, ну и давайте смотреть, как оно будет работать. Все, выключилось. Открываем дверь. Загорелось. Все отлично работает. Вот, мне повезло, у меня дверь состоит из двух частей. Вот. И получается, открываю одну дверь. Не нужна подсветка, когда... И если вдруг понадобилась подсветка, открываю вот эту вот маленькую, вот оно включилось подсветкой. Давайте посмотрим без подсветки на камере, как оно освещает. Довольно неплохо освещает, но видите, как бы здесь уже хуже видно, но довольно неплохо. Давайте еще выключу свет. Выключил свет, подсветку на камере, и вот так вот он освещает. То есть смотрите, выключаем, включаем, выключаем. Включаем, то есть ночь, в ночное время, в полной темноте, отлично подсвечивает, и можно там найти вот мои носки и так далее. Офигенная вещь, купил я 10 штук, мне хватит, тут у меня несколько полок в шкафу, не видно их. Вот. Ну, отлично, мне очень нравится, очень легко монтируется, вставляется, и все отлично работает. Единственное, что батарейки дороговатые, 1 доллар за одну батарейку у нас просят. Ну, я купил десяток, то есть теперь дождусь их, на Алиэкспрессе купил, когда дождусь, тогда уже смонтирую все остальные. Пока будет у меня одна подсветочка, вот такая вот. Вот, ну и последнее, самое интересное, наверное, ну, на мой взгляд, самое интересное. Поэтому распаковываем, давайте смотреть. Вот это вот провода, это специальные провода, то есть лепесток этот общий, надевается база на него. База была отдельно, а лепесток отдельно, то есть, ну, допустим, распакуем, посмотрим. Массажер прикольный, я сейчас использую электрический массажер, был у нас в обзорах, я покупал его на Алиэкспрессе. Пользуюсь им с удовольствием, отличная вещь, но, как бы... Xiaomi-шный, конечно, должен быть на порядок круче, поэтому я его купил, не такие большие деньги, а я им действительно пользуюсь, то есть для шеи, у меня проблема с шеей, уже говорил. Так выглядит вот сам массажер, то есть сама база. Вот с такими, ну, красиво все, конечно, выглядит, очень красиво. Давайте коробочка, это тут больше ничего нет. Вот, и давайте посмотреть здесь. Стандартный шнурочек Xiaomi-шный, приплюснутый. И здесь два лепестка. Я думал, один будет. Так, что это еще? Это еще чехольчик. Вот такой вот прикольный чехольчик. Для того, чтобы можно было это положить и таскать с собой. То есть кошелечек. Отклеиваем. Да, или не отклеиваем? Да, отклеиваем эту штуку. Она покрыта таким, смотрите. Я не знаю, видите, нет? Такой слизи, она пристает к руке, пук. Вот, ну давайте налепим, что ли. Класс вообще. Давайте попробуем.
побьем немножко током меня. Пульсирующая, то есть не видно. Давайте добавим мощности, я думаю, станет заметней. Вот, сразу смотрите, что творится с моим пальцем. То есть это я добавил мощности. Сейчас. Вот. И по руке можно понять, какие у них, какая сейчас программа работает. Я специально налепил на руку, потому что, зная свойства того, что будет током бить, сюда будет дергаться рука. Вот. Ну, не больно, но... прикольная вещь. Друзья, в общем, решил снять небольшой ликбез. Вот коробка от нашего нового. И хочу сравнить его с нашим старым. Вот это мой старый массажер, которым я пользуюсь уже давно. Он был у нас в распаковке давно уже. Вот. Так, что-то он не включается. Ага, вот. У него здесь есть несколько режимов. Они вот переключаются кнопочкой, вот мод. И потом мы добавляем кнопкой ON, добавляем силу этих электрических импульсов. А потом OFF уменьшаем или просто выключаем. Лепестки эти, они моются, то есть, но ухудшаются у них свойства. Также и в этой штуке, вот, попользовался уже, ну, как бы я пользовался, и друзья пользовались, ну, не знаю, раз 10, наверное, уже использовали ее, даже, может, немножко больше, то есть и жена пользовалась, и смотрите, какая она теперь стала, то есть она немножко такая хуже клеится, и нету того эффекта, который был изначально, когда мы распаковали, то есть, ну, есть эффект, но он совсем-совсем слабенький. Так вот, вот эту вот штучку можно помыть, то есть, просто под водой ее помыть, от пыли, там, от, если приклеились там волосы, хотя я вот сколько пользовался, волосы к ней не пристают, я вот просматриваю, то есть, ну, реально не пристают волосы. Очень классная вещь. Это раз. Во-вторых, друзья, то есть вчера пришли к нам друзья, мы им, ну, я им включил эту штуку, попользовались и, блин, реально сразу заказали. Сейчас я покупал вот этот вот экземпляр на GearBestia, а на момент, то есть, ну, на сегодняшний день, на момент съемки этого видео, была акция в Rose Gal, 15,80 этот стоит, вот такой вот набор. То есть купил еще, так что у нас еще в распаковках в будущих еще будут. Как пользоваться? То есть вот эта вот штука идет одна, это мы используем, вторая идет в комплекте, здесь есть она, в начале в распаковке была. Вот, то есть идет в комплекте две штучки. Стоимость одной вот этой, двух, то есть комплекта еще из двух штучек вот таких, стоит $5, я заказал дополнительно еще две штуки себе. Сама вот эта вот одна, она рассчитана на 60 использователей в среднем. Ну, 60 использований, то есть для себя, там, ну, чтобы не стало, так сказать, плохо, вот, ну, 1-2 раза можно использовать на больное место. То есть где-то там прихватило в поясничке, приклеили 15 минут, 2 раза по 15 минут, помассажировали и все. То есть, ну, и как бы, да, там... Есть как бы люди, у которых там и локоток болит, и шейка болит, и там надо попереклеивать там по 15 минут несколько мест. Фишка удобная и очень классная. Ну, блин, бомба, мне очень нравится. Плюс вот этот шнурок, который продается отдельно, я его тоже покупал на GearBest, когда покупал эту штуку. Вот его, ну, смысла небольшого покупать. Удобность в том, что здесь не так много кнопок, да, тут нету меню в массажере Xiaomi. Ты интуитивно все понимаешь. Плюс здесь, я не знаю, увидите вы, не увидите, плюс он выделен, то есть выдавлен вверх, да, получается, а минус он как впадина, и ты можешь рукой нащупать, и получается, ты можешь и на затылок его прилепить, и на поясницу прилепить там, и на ногу, и на спину можешь налепить, и сам дотянуться, включить его и настроить. То есть вот эта вот штука, ну, как бы она у меня будет, да, то есть буду, не знаю, буду ли я ей пользоваться, ну, взял и взял. Если вы хотите его взять, возьмите просто этот, а вот эту штуку с ней погодите. То есть, если вам уже будет неудобно, то дозакажете ее там или докупите уже на локальном рынке. Она там стоит там $3, по-моему, или 4. По поводу режимов, я вот сейчас запустил, я не смог понять, то есть, то ли здесь есть режимы, то ли нету. То есть, ну, как бы длинное нажатие, он как...
то ли сбрасывает, то ли переключает действительно режим. И мне непонятно, то есть, ну, я до сих пор недопонял, как бы это режимы есть или просто одна программа, которая, как бы, да, при моем нажатии, ну, она переключается в эти моменты, и я думаю, что это смена режимов. Но, скорее всего, мне кажется, что здесь режимов нет. Просто включаем. Включается одна программа, которая идет там в течение 15 минут, и просто мы плюсом или минусом добавляем мощности. Массажер мне очень понравился, ну как бы я его там всячески так рекламирую, но это действительно одна из вещей, которых я вот пользуюсь, у меня вот старый, ну и реально мой старый теперь уходит на покой, я буду пользоваться этим. Вчера пришли друзья, попробовали, купили им еще, и я вам говорил, что я купил дешевле еще один для себя, потому что действительно одного, конечно, это маловато для того, ну как бы он небольшую область захватывает, то есть здесь мы можем захватить четырьмя лепестками большую область для массажа, вот, а здесь, конечно, область небольшая, и поэтому, конечно, желательно бы иметь два устройства у себя, вот, но и одного вполне достаточно. Лично я для себя купил еще одно, для того, чтобы можно было, да, там, сверху, допустим, на спину, там, плечевую область и в поясничную область, допустим, приклеил, и одним махом сделал массажик себе, и за 15 минут и пошел, а так придется там в плечевую сделать и в поясничный, ну, как-то так. Здесь у нас батарейки. А здесь у нас батарея, то есть и в любом случае подключили, и она работает. Причем уже, наверное, где-то 10 массажев прошел, и я его до сих пор не заряжал. И это мне очень нравится. Я его зарядил один раз, когда только он пришел. Он горит красной индикацией, он горит, когда заряжается. Зеленый загорается, яркий зеленый цвет, когда он уже зарядился. И, ну, реально очень классная штука. Вот мне она нравится, все, как бы перестаю себя долбить. Вот, как-то так, бомба, штука бомба. Плюс огромный плюс именно этого массажера от этого, потому что он компактней, он намного компактней, чем другие, и, допустим, мы можем отстегнуть эту базу, положить отдельно в карман, а эту, допустим, в другой карман положить, или в сумку, либо все вместе положить в вот этот чехольчик, который тут предназначен для этого, вот. И таскать прям так с собой в сумку, он легко помещается, вот, да и в карман он помещается, можно и даже в карман нагрудный, да, там в рубашке поместить. Класс, очень классно, вот, ну, продумано все очень четко, мне очень понравился этот массажер, ну, действительно, наверное, этим уже вряд ли я буду пользоваться после такого кайфа, как этот. Ну, то есть эффект одинаковый, что со старым, что с новым, но, блин, этот реально очень удобный и, ну, намного удобнее, ну, хотя он дороже, чем вот этот, считаю, в два раза дороже, то есть этот на AliExpress, я думаю, можно за 7-8 долларов найти, вот, ну, он, конечно, выходит 15-80 сейчас, ну, дороже намного. Ну, а расходники, вот эти вот липучки, нужно покупать что сюда, ну, что качество, сюда. Да, действительно, ну, мне очень нравится. Вот, далее, то есть, ну, использование от 0 до 45, то есть только в положительном, это, я так понимаю, влажность, наверное, в процентах. Вот, и дальше ничего не понятно. Ну, 15 это 15 минут. Либо вот эти вот, либо вот это 15 минут. Он работает. Один сеанс, то есть включили, 15 минут работает. Сколько режимов, я не понял. Здесь вот разные. 5 есть цифры, 10 какие-то. Вот. То есть, ну, я думаю, что, наверное, от 5 до 10 точно есть, потому что я клацал. Вот. И режимы, они точно меняются. То есть, там, сильнее сжимают, потом такими легкими покалываниями. То есть, и реально режимы есть. Единственное, что инструкция китайская, и я не могу понять, сколько здесь режимов. Но режимы реально есть, и все отлично работает. Мне очень понравился массажер, и массаж им ничем не хуже, чем вот этого массажера, который у меня старый. А то и даже удобнее и лучше, потому что он компактный, прилепил на конкретное место куда-то. Единственное, что если, допустим, область спины всю хотите сделать, то нужно, наверное, два таких штучки. Одну там вверху налепить, вторую внизу, и одновременно включать одинаковые режимы. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!